Достаточно уверенная победа сегодня была. Все счастливые, довольные. Легко было? Слушай, на самом деле не скажу, что все прям довольные, потому что по счету мы вели плюс где-то 60. То есть игроки противоположной команды забили 25 очков до третьей половины, а в четвертой половине они забили где-то 20 очков. То есть мы четвертую половину в защите отыграли хуже, чем почти большую часть игры. И это, безусловно, тот аспект, над которым мы будем работать. А так, да, все довольны, все были заряжены на эту игру. И мы все хотели... Как вы собираетесь работать, если, ну, если бы такого не было, преимущества большого, то вы продолжили просто защите играть? Слушай, понимаешь, это вопрос подхода. То есть, когда игроки видят на табло плюс 70, плюс 60, пропадает какая-то мотивация защищаться, и мы начинаем пропускать. Но мы пытались остановить этот процесс, потому что защита, в принципе, это краеугольный камень нашей игры в целом. То есть, большую часть очков мы привезли в быстрый отрыв и в транзишене. А касаемо в общем игры, мы хотели показать, что мы являемся одними из фаворитов этой лиги, и хотели просто доказать себе и всей лиге, что мы можем. Спасибо, молодцы. Спасибо.